И снова всем привет, друзья. Решил с вами делиться всеми удачными покупками. И в данный момент этой удачной покупкой оказался дождевик от компании Zara, приобретенный мной в онлайн-магазине. Так, давайте расскажу вкратце, чем же он хорош. Ну, во-первых, это своей ценой. Вместо 6000 данный дождевик достался мне за 2500 рублей, что, на мой взгляд, очень дешево. Второе, что хотелось бы выделить в этой куртке, это ее водоотталкивающий состав. Сама куртка состоит, значит, из 100% полиэстера. При этом полиэстер, я уж не знаю, что это за материал, он на 100% водоотталкивающий. А это означает, что вы не будете промокать. Ну и в-третьих, это, конечно же, то, что сама куртка, она, во-первых, с капюшоном, при этом такого интересного зеленого хаки цвета. У продавца есть две раскраски, одна синяя, вторая вот зеленая такая хаки. Выполнена она тоже в таком милитари стиле. Такой дождевик парка на молнии, в котором ничего лишнего нету. Давайте я померяю, посмотрите, как она сидит. Потом расскажу про всякие детали. На мой взгляд, сидит она изумительно, при этом можно что-то пододеть. У самой курточки есть, значит, и подкладка, при этом снизу есть кулиски, которыми длину самой парки можно уменьшать или увеличивать. Имеются сзади клепочки, которые убирают хвост от парки. Сама куртка безумно легкая, очень продумана, качественно сделана, посмотрите, ни одной нитки, швы абсолютно везде ровные. Куртка очень продумана до мелочайших деталей. Так вы можете подтянуть капюшон, хотите больше, хотите меньше. Сам по себе капюшон глубокий, что будет препятствовать попаданию влаги вам в лицо. Имеются вентиляционные отверстия, чтобы вы в ней не спарились. Рукава, если хотите, могут быть свободны, хотите — по длине вашего манжета могут быть. Значит, дальше смотрите, карманы какие продуманные, ребят. Во-первых, они глубокие. Во-вторых, для любителей ходить, чтобы руки были в карманах, например, такие как я, имеется вот такой вот хитрый карман. Да, вы с удовольствием можете засунуть свою руку. По фурнитуре, что значит, ребят, хочу сказать, что она очень качественно сделана. Вот эти сами замочки, они прорезинены. Сверху, видите, ничего лишнего нету. Все убрано, все зарезинено. Смотрите, какие интересные клепки. Я таких еще ни разу не видел. Раз и все. Здесь также все подтягивается, все на кулисках. Все кулиски такие из очень приятного тактильного пластика сделаны. В общем, что хочу сказать, ребят, за 2500 рублей куртка дождевик, она же парка, просто бомба. От себя рекомендую. Если кто найдет за такую сумму, берите, даже не думайте. Влагу куртка не пропускает, проверено. А на этом все. Кто не подписан на канал, ребята, подписывайтесь обязательно, не пропускайте новые видео. В ближайшее время выйдет распаковка с посылками. Огромное спасибо за просмотр. Буду признателен за палец вверх и комментарий. Всем пока и до новых встреч. Пау!